Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Скажите, пожалуйста, как перестать обращаться к гадалкам? Очень плотно подсела на разные предсказания. Понимаю, что после программирую сама себя. Ну, смотрите. Очевидно, что есть какие-то у вас потребности, вот, которые вы пытаетесь реализовать, используя гадание. И в первую очередь нужно постараться увидеть, что это, за потребность, вот, которую вы пытаетесь реализовать, вот, и чего вы хотите значит, ну, используя, да, гадание, вот. То есть, ну, очевидно же, что вот, ну, чего-то, да, вам хочется в этой ситуации. Вы пытаетесь решить какую-то свою проблему, только так получается, что ну, это она не решается. Потому что фактическое делегирование этой проблемы вы, значит, реализуете другим людям. Вот. Значит, нужно понять, что за проблема. Нужно понять, какая потребность. Нужно понять, каким образом вы приходите к тому, ну, чтобы именно гадать, вот. И я думаю, что после этого вы сможете для себя, значит, открыть новые пути, решения, не прибегая к гадалкам. Но учтите, пожалуйста, такой очень важный момент,
что проблему решать все равно надо. Все равно надо решать проблему. И то, что вы центрируетесь на габалках, то, что вы говорите, что подсели на гадание. Вот. Связано с тем, что проблему, проблема. Не решена. Вот. То есть, гадание ее не решают. По-другому, как по-другому решать проблему, да, вы не знаете. Вот. Ну, соответственно, вот задача значит, психолога как раз вот в том и заключается, да, чтобы помочь вам увидеть, как можно как можно это решить. Вот. Почему я так много об этом говорю? Потому что мне показалось, что вы хотите перестать гадать, вот, но при этом не решая свою проблему. И хорошего из этого на мой взгляд ничего не получится. Вот. Ну, просто, опять же, вот, просто потому что. Вот. Вот примерно. Такой ответ. Я хотел бы вам дать. Это все. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи, обращайтесь.